есть такая категория людей, которых называют фрилансеры. Что это за порода людей? Это люди, которые не приписаны к организации, не числятся в ее составе. В переводе в дословном это свободный копьеносец, фриланс. Ну, это наемники раньше назывались, и сейчас встречаются наемники, вот они там воюют и в Украине тоже, в других местах. Куда позовут и где заплатят. Среди них встречаются программисты, дизайнеры, рекламисты, пиар-технологи, люди, которые занимаются переводами с иностранных языков, или, скажем, там, сочинители текстов. Вот, например, когда вы будете делать вашу работу и начнете конспекты делать, то оттуда можно делать извлечение, какая-то полезная, лаконичная мысль. И вы можете написать статейку, которую отправить, скажем, есть серверы, где принимаются публикации, на этом можно заработать, там, 5 долларов, скажем, там, за статью из двух, на двух страничках. И на этом можно даже кормиться. Не некоторые, а многие даже, я бы сказал так, студенты промышляют еще и этим, вдобавок к стипендии, они занимаются вот таким мелким промыслом. Мысли перевращают в реальную звонкую монету и потом в пирожки, бутерброды и прочие прохладительные напитки. Вот. Короче, фрилансер не пристроен, он не в штате. Он кормится теми заработками, на какие способен. Он предлагает себя через интернет. Значит, тем заказчикам, клиентам, которым эти услуги нужны. Или он берется за заказы, которые выложены в интернет на специальных сайтах там, для фрилансеров, там, для биржи. И смотрит, если он может, например, выполнить работу, запрограммировать там что-то, или веб-сайт, там, или электронный магазин сочинить, там, $1000 или сколько это стоит. Значит, он берется, эту работу делает, получает деньги, а может и не получает, его надуть могут. Значит, и это его доход. На фирму он может не ходить и нигде не числиться, и даже трудовой книжки не иметь. Но денег иметь, карманные расходы. Здесь, конечно, вы видите и риск. Потому что штатный работник, он получает зарплату, пока его не выбросят за ворота, не уволят, там, не сократят и прочее. А фрилансер интересен своим трудом, своими способностями, своими достижениями. И если он действительно располагает этим всем, то на него есть спрос, к нему валятся заказы. Но раньше это было, называлось еще у нас в России, в Советском Союзе, надомные работники, там по инвалидности или по другим причинам, давало некоторое подобие. Сейчас фрилансеры, сходные индивидуальным предпринимателям, похожи. Но в отличие от последних, значит, они могут не быть не зарегистрированы там в этих налоговых инспекциях, промышлять вот таким вот способом. Важно, что это превратилось в настоящую индустрию. И вот сейчас, по некоторым данным, в России в 2012 году работало около 2 миллионов фрилансеров. Серьезная цифра, да? Это фриланс.ру давал такой. Средняя заработная плата которых составляет примерно $1100 в месяц. Ну, прожиточный минимум примерно какого? По России, да, чуть повыше. Но жить можно. И дальше есть справка, которую я вам дам, если вы с ней познакомитесь. Есть площадки, инфраструктура, где перечислены сайты, наиболее популярные, их, вообще говоря, сотни, даже в России, предназначены вот как раз для таких процедур. С одной стороны, заказчики, а с другой стороны фрилансеры. Заказчики там сгружают
надо, фрилансеры разбирают эту работу или предлагают то, что они сделали для продажи. Ну, это уже магазин, это может быть и не фрилансер. Если он что-то сделал очень важное и ходовое, он может превратить это в продукт, становится бизнесменом, там, продавцом, коммерсантом, кем угодно. Может быть, на этом его карьера фрилансера заканчивается, он переходит в новое качество бизнесмена, продавца, коммерсанта. То есть это так, такой достаточно динамичный, не совсем привычный для нас, привыкший жить в этих организационных структурах, как есть мир. Это настоящая большая армия труда, которая рождается в России в том числе. У нас, правда, с некоторым отставанием, но по нарастающей, с нарастающим темпом. Эта армия фрилансеров множится. Вот. И чтобы стать фрилансером, и нужно-то всего немного, прописаться на одном из сайтов. И вы уже фрилансер. Пусть вы еще ничего не сделали, ничем не интересны, но вы в теме, вы в игре. Вас уже видят и вас уже знают. Если вы еще, наверное, сделали какую-то одну другую работу, или посмотрели, по крайней мере, как другие это делают, то вы уже созрели до какого-то состояния, да? Вы уже в новое качество перешли. Вот что важно. Поэтому, если вы не пробовали себя в этом качестве, я очень советую, значит, загляните и пропишитесь. На всякий случай. Ни к чему это вас не обязывает и денег не требует. Но кругозор у вас, может быть, мировоззрение даже поменяется, если вы с этим познакомитесь. Я предлагаю сделать проект под названием «Школа фриланса». Что под этим понимается? Ну, это, во-первых, некоторый информационный ресурс. Вот, люди, которые во фриланс идут, они ни ухо, ни рыло, что называется, первоначально. То есть они не знают, что такое фрилансеры, что собой представляет их работа, как эту работу делать. Фрилансеров надувают, там мошенники промышляют где-то. Во фрилансе циркулирует огромные объемы денег. Вот согласно справке за 2012 год, фрилансеры в России заработали порядка 2% ВВП страны. 2%. Для сравнения, нефтяные доходы составляют 30% ВВП, а сельское хозяйство 10% ВВП. Вы понимаете, что 2% это что-то. Это колоссальные деньги. Значит, тут это не промышляют не одиночки, случайным ветром занесенные, а уже целая отрасль. И второе обстоятельство. В марте, по-моему, прошлого года президент Путин подписал закон, который касается изменения трудового законодательства, и фриланс, как она там названа, дистанционная работа, узаконил в России, ну, вдогонку за другими странами, которые давно уже этим занялись, и нормативная база есть. В России с прошлого года эта деятельность узаконена. И там расписан какой-то элементарный порядок отношений с труда, с теми, кто пользуется трудом дистанционных работников. Существует офшорное программирование, про которое вы, наверное, знаете, что, например, у китайцев там около 500 000 программистов зарабатывает таким способом. В России где-то что, тоже солидное количество человек, 1300 что ли, промышляют дизайн, там веб-дизайн, программирование, такие вещи. В режиме фрилансера. Это ваша отрасль. Может оказаться так, что с работой у вас не заладится, и почему бы не попробовать. И второе, значит, фриланс не исключает работу в штате. Ну, если вы в штате работаете, вам платят там 5000 рублей в месяц, и вас это не вполне устраивает, то у вас есть отдушина. Вы можете параллельно заниматься и вот этим
промыслом. Три обстоятельства. Фриланс – это нормально, это законно. Путин поставил свою подпись в прошлом году. В России этот процесс пошел. Второе. Фриланс – это всерьез и надолго. 2% ВВП – это что-то. Так? 2 миллиона фрилансеров – это армия. Новая армия труда. Причем армия мобильная. В любой момент, через сутки, когда потребуется усилия, может быть, десятков тысяч человек в каком-то предприятии, ну, разворачивается там, например, сайт какой-то, начали создавать, там, наполнять информацией, еще какие-то дела. Через сутки, не через годы и месяцы, как у нас принято, а через сутки тысячи людей могут принять участие в этом мероприятии. Вы понимаете, какой маневр? Насколько это важно? Сейчас особенно, вот у нас моногорода, Новокузнецк, моногород, металлургическое предприятие, там шахты еще. Это города обреченные или очень с высоким риском вымирания. Там, как Детройт, он вымер, хотя там это было машиностроение, машины делали, все такое. Мертвый город сейчас. Это угрожает и многим нашим городам. Понимаю, куда людям деваться? Отвечаю, фриланс. То есть здесь есть много экономические, вы видите, аспекты, организационные аспекты и даже политические. Если вспомнить, что Путин обещал, и эта программа провозглашена, она числится, про нее все знают и помнят, 25 миллионов рабочих мест должно быть модернизировано и переведено на самый высокий уровень. И к 2020 году, по-моему. Будет ли это в нынешней обстановке сделано, если оснащать их, как принято, скажем, строить предприятия, там, делать офисы, наполнять их компьютерами, или на производстве, там, станки с числовым программным управлением, другие вещи. Может оказаться так, что 25 миллионов фрилансеров – это реально. Потому что люди на свои деньги построят, создадут свои рабочие площадки. И смогут зарабатывать на хлеб. У государства отпадает необходимость, значит, заботиться об рабочих местах этих людей. Они сами, дайте им только возможность. То есть ставки очень высокие. Почему я говорю, фрилансер – это наше все. Вам предлагается попробовать себя в этом качестве. Сначала с простых вещей. Первое – загляните на эти сайты или на какой-то из них. Ознакомьтесь и поймите, что это такое есть. Может, вам понравится. Может, вы на этом делаете свой бизнес какой-никакой. Стать фрилансером, по большому счету, ну, если не отбросить нюансы, пока еще не действующим, но потенциально. Прописаться. Возможно это? Возможно. И второе обстоятельство здесь возникает. Фрилансер успешен в той мере, в какой он умеет работать. Ну, работать – это вот соображать, там, знания, умения, навыки какие-то у него. И второе – от технического оснащения зависит. Если у него хороший дома компьютер, значит, быстрее дело идет, да? Если у него справочники какие-то накопленные под рукой, значит, надежный процесс идет. Если шаблонами он обзавелся, значит, у него работа идет тоже шустрее. Поэтому фрилансер, фрилансер рознь, и начинающий фрилансер в поте лица добывает свою скромную копейку. Опытный фрилансер уже оброс, что называется, у него авторитет есть, он оброс с каким-то оборудованием, информационное у него хозяйство развелось, там техника какая-то, адреса, явки, телефоны, опыт. Вот 4И – это формула Медведева, когда он на пост выступал президента. Концепция Медведева. 4И. К
знаниям, умениям, навыкам надо добавить еще инфраструктуру, ну, иначе говоря, оборудование какое-то, что обеспечивает вам успех. Поэтому создание инфраструктуры, создание наращивания потенциала фрилансера делает его дело доходней. И за там, где он раньше за 10 часов тратил на то, чтобы заработать свои 100 долларов в день, к примеру, завтра у него потребуется 1.5 часа. За счет роста производительности труда, за счет опыта, за счет знаний, за счет того, что у него есть наработки за дело. Фрилансеры очень нуждаются, особенно начинающие. Это люди, которых не обслуживает государство. Им некому, о них некому позаботиться. Они не госслужащие, они не обучаются этому ремеслу. Ну, там своим делам, там какие-то вузы и университеты проходят. Но роли фрилансеров они не готовы, начинающие фрилансеры. И было бы хорошо им помочь. И вы это можете сделать. В чем ваша миссия заключается, учитывая важность этого мероприятия фрилансера, учитывая то обстоятельство, что эти люди крайне нуждаются на начальных этапах какой-то никакой помощи, учитывая то, что, скажем, среди работ, которые делают фрилансеры, они делают мелкие проекты, но это проекты. Там, скажем, составить, например, какую-то текстовку, это тоже проект. Или сделать веб-сайт, тоже проект, магазинчик электронный, там сочинить, тоже проект. Они занимаются этим, но они не владеют управлением проектами. Они не знают терминологии, они не осведомлены о самой технике вот этого управления проектами. Ну, не доходили руки, не учили их этому. И вот вы, если по курсу будете иметь в виду, что то, что вы сейчас будете сочинять, ориентироваться на эту категорию и сделать свои видеоролики, там, тезисы, доклады и прочие сочинения с видами на фриланс, на фрилансеров, на их нужды, на эту категорию людей, то ваши знания приживутся, они будут к месту. Это уже не, здесь не нужен академический треп, скажем, или какая-то глубина вспашки. Не нужно наукообразие. Людям нужны практические советы. И когда вы читаете пособие по управлению проектами, то постарайтесь увидеть эти, в этих пособиях, как взглянуть на это глазами фрилансера. А что тут интересно, что может пригодиться по жизни? Ваш проект будет иметь конкретную целевую аудиторию фрилансеров, начинающих фрилансеров, конкретную тематику управления проектами, большими, малыми, какими занимаются эти люди. Это ваша работа будет связана с созданием информационного, с полезного ресурса для этой категории. И все это вместе можно снабдить каким-то лаконичным названием. Вот я и предлагаю. Школа начинающего фрилансера. На систему у нас пороха не хватит. Я бы предложил вам подумать о киберпространстве фрилансеров, включающие и железо, и программное обеспечение, и информационные ресурсы, и организационное обеспечение, и еще что-то. Но поскольку у нас времени очень мало, мы из всего этого хозяйства, значит, вычленим, что в составе этого киберпространства должно быть справочное пособие, методическое руководство в части управления проектами. Небольшой фрагмент информации для фрилансеров, которые в этом нуждаются. Они должны понимать. И фрилансер, который действует в соответствии с принципами, методиками, стандартами управления проектом, приобретает вес. Для фрилансеров это важно. Что это за залетная птица?
Человек совсем никакой, рыхлый и сырой, невежественный, и ему поручать работу доверять нельзя и оплачивать ее нельзя. Либо видно, что он знаком с мировым опытом, с практикой, он в управлении проектом понимает и стандарты, и знает, и ценит. Тогда это специалист. У него должно на лбу быть написано, что это профи. Тогда он будет успешен, тогда он будет доходен. Дайте этим людям информацию в лаконичном виде об управлении проектами, превратите их сразу, переведите их в новое качество. Чтобы они сами почувствовали, что они профессионалы, мыслят уже другими категориями. И чтобы другие поняли, что они используют вот эти вот методологии, они знают слова. Они эти слова употребляют в своей переписке. Они могут сказать, что такой или иной стандарт в данном случае годится, или он выполнит работу по такому-то стандарту, по такой-то методике. Чтобы они могли оперировать этими терминами. Дайте им эти слова, дайте им оружие. И через это они заработают больше денег. Через это они состоятся по жизни. Таким образом, вы сможете поддержать большое число людей. Ну, начать можно с себя. Вот философия вопроса. Итак, мыслить категориями фрилансера, понимать, что фрилансер – это не только человек, но еще вся его оснащение, весь потенциал своего хозяйства, да? Что в этом хозяйстве важную роль занимают как раз вот эти терминологические штучки, что касается стандарты, положения, правила, терминология профессионалов. Что фрилансер общается с людьми на каком-то языке. Если в этом его жаргоне не присутствуют нужные слова, его воспринимают как человека с ветру. Что ему никогда не доверят нужную важную работу. Если он умело оперирует словами, это уже дает ему шанс. И эти слова вы в состоянии им предложить. Это вид, взгляд на предмет вы можете им дать. После того, как вы сами ознакомитесь и с содержанием работы фрилансера, прикидки сделаете, и с дисциплиной, которую мы с вами изучали. Ваша работа, информационно-справочное методическое хозяйство фрилансера в части управления проектами. Вы это можете. Вот ваш проект, и давайте им начнем управлять.